Ну вот июль. 23.07 у вас последняя запись. А почему? Температуру проверяют, но записи уже не делают. Продавцы признались, что как только ограничения ослабили, они и сами расслабились. В остальном меры безопасности соблюдают. Работают в масках и перчатках. Работает он у вас? У некоторых стоян не работает. Полицейские, сотрудники Роспотребнадзора и чиновники отправились в поселок Юбилейный. На конечной остановке проверяли торговые точки. На каждой выявили нарушения. То нет антисептиков, то масок с перчатками. Заметили инспекторы и то, что продавцы не делают замечания покупателям. А что они так делают? У вас свободно, сейчас объясню. У вас, во-первых, в свободном доступе должна быть информация об индивидуальном предпринимателе для потребителей, посетителей. Сейчас звонить смысла нет. Запас перчаток. Есть, все у меня есть. Продавец отпускал товар покупателю без маски. Кроме того, антисептики у женщины находились под прилавком, а не на видном, доступном месте для посетителей. Не оказалось у сотрудницы магазина и журнала о проверке температуры работников. Журнал где у вас? Тетрадь. Ведется учет термометрии? Ну, это у них все. Ну, как у них, у вас должно быть. А этот мужчина находился без маски на рабочем месте. Но когда увидел проверяющих, сразу надел средства защиты. Тем не менее, торговую точку инспекторы попросили закрыть. На продавца составят протокол. В случае выявления таких нарушений будут составлены протоколы об административных правонарушениях, которые дальше будут переданы на рассмотрение административной комиссии, в котором уже будут приняты те или иные решения. Или это будет штраф, или это какое-то будет дополнительное правовое взыскание. Также проверяющие отправились в торговые центры. Практически во всех отпускали товар покупателям, которые были без масок. У некоторых сотрудников отсутствовали маски и перчатки. Всего по итогам рейда инспекторы составили 6 протоколов за незаконную торговлю и нарушение масочного режима. А предписание получат больше 20 владельцев торговых точек. Павел Фитилев, Алексей Чудин, Саратов 24.